В Бруклине осветили иконостас в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это домовая церковь в Доме трудолюбия, где помогают нашим соотечественникам, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Из Нью-Йорка наш следующий сюжет. В Нью-Йорке с осени прошлого года действует приют для бездомных. Это место получило название «Дом трудолюбия» во имя святого Иоанна Кронштадтского. В честь всероссийского батюшки здесь оборудована часовня, в которой братья дома вместе с волонтерами встретили начало Успенского поста. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Здесь проживают бездомные, часто выходцы из бывших советских республик. Они не обращаются в государственные социальные службы США из-за плохого английского, проблем с получением легального иммиграционного статуса в Штатах, отсутствием медицинской страховки в связи с алкогольной или наркотической зависимостью и из-за отчаяния, которое охватило их. Для таких людей Дом трудолюбия становится единственным местом помощи. И тогда, когда мы, забыв о том, что мы образ и подобие Божие, в непотребном виде, в измененном сознании валялись и тем самым как бы ругались над иконой Бога, которая есть каждого из нас, поверьте, нет такого греха и нет такой дистанции и падения, которую бы не преодолела любовь Божия. К тем, кто умирает на улице, волонтеры идут сами. 5 дней в неделю они раздают горячий суп в районе знаменитого Брайтон-Бич. Тем, кто желает вернуться к полноценной жизни, помогают устроиться в одной из государственных больниц Нью-Йорка. А потом мужчины могут поступить в Дом трудолюбия, где они восстанавливают навыки социальной жизни. Само создание часовни – это один из видимых результатов этой программы. Братья сами оборудовали ее в течение нескольких месяцев. Самое важное для любви Христовой то, что мы можем совершить сегодня. Еще раз повторяю, кем бы мы ни были и как бы далеко мы ни зашли от Бога, скажи сегодня Иисусу «да» и проживи один день в соответствии с Его заповедью. Мечта волонтеров – создать такой же Дом трудолюбия для женщин. В настоящее время на это открыт сбор средств. Добровольцы приглашают на свои страницы в социальных сетях – Facebook, Instagram и Twitter, которые можно найти по запросу «St. John Give Hope» – «Святой Иоанн дает надежду».